Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. Чем мне сообщать то, что Франция отправила посла в Буэнос-Айрес? Man is a military animal. Glories in gunpowder and loves parades. А вот селитра. Блин, как долго эти слухи висят, а? Так, у француза я все исследовал. А, пускай опять автоматом бегает. Я, в принципе, уже все вообще исследовал тут. Просто поставлю на атомную бомбу. Хай исследуется как хочет. Так, селитра тут, фабрики у нас строятся. В Хайдарабаде недостаточно довольства. Что, опять из-за войны? Нет. Почему надо занизим... О! Занзибар. Так, следующим ходом довольство вернется. Что, надо было Бостон вначале захватить? А я зачем-то на Вашингтон пошел. Хотя я Бостон могу только с двух клеток по-хорошему обстреливать. Так, а когда я могу промышленную зону? Когда 7, через 2 хода. Угу. Водяная мельница, стены. Давайте водяную мельницу один ход построим. Собственно, как и в Хайдарабаде. А что там Сириус твоя религия дает? Ват строить позволяет. О, да, в этих... В святых местах, построив святилище и храм. Ну, производство дает, что ты вот об этом молчишь. Нормально. Ну, это да. Ну,
Могу хлопок обработать. Давайте-ка я его и обработаю. Так. Денег у меня достаточно. Мне бы производство. Поэтому я, наверное, в Хайдарабад отправлю. Тем более у меня тут дороги нету. Слушайте, ну меня уже японец по армии обогнал. Вас там никого это не волнует? Ничего себе. Ходов 10. Откуда у него такая армия? Ты что, испугаешь что? Серьез, тебе больше всех бояться нужно. Ну я понимаю. Вот а почему Сириусу, а не французу? Вообще-то я больше всех боюсь, поэтому армию такую сделал. Вообще говорю, почему я ее сделал. Я не знаю, почему вы сейчас удивляетесь. 100% науки от здания в кампус. Вот это надо принять. Так. Значит, плюс 100% в кампусе. Коммерции не надо, плюс одно довольство во всех городах земля и более. Серьез на меня сейчас будет нападать. Нормально. Чего ты взял? Ну а что ты мне осуждение кинул? За большую армию. Нечего иметь большую армию. Почему ты не сделал этого 10 ходов назад? Я только сейчас увидел то, что все-таки большая армия. В смысле, армия? Ты вообще-то и сказал, что ой, я армию начал покупать. 135. Я только что-то сейчас это увидел. Ну да. Еще помнишь, спрашивал, а что ты в арбалету купил? Ну, ты же покупаешь, ты же армию строишь. Но это было-то когда? Почему ты мне тогда осуждение не кинул? Ты можешь объяснить? Не знаю. Ты хочешь Сириусу говорить, чтобы он не воевал с тобой, что ли? Нет, я хочу понять, почему он только сейчас начал делать. Потому что хочет с тобой воевать, что? Не, что-то сейчас посмотрел, кстати, стоимость покупки армады из линкора стоит 2000, блин. Офигеть. И это еще у меня 15% от политики какой-то там торговой в республике. Леш, можешь убрать рабочего, пожалуйста, на чуде висячие сады? У Калькутты. Так, а с какими городами и государствами воюю? Как-то можно глянуть? Походу, ни с какими. Ну, хорошо. Это же здорово. Слоник. Вот еще
захватывать рано. Вот тут торговец есть. Давайте в Дели. Или даже не в Дели, а в Хайдарабад. Хайдарабад у меня классный город, надо его раскачивать, тем больше на него будут нападать. Ну, наконец-то у меня закрылись все эти уведомления. Так а в чем проблема-то была в итоге? Я уберу. Я не знаю. Когда-то они закрываются, когда кликаешь по ним и прокручиваешь, когда-то нет. Привет. Ну, Преслав перестал быть моим сайтом. Ну, там плюс кавалеристам я решил, что... Мне лучше Занзибар иметь в союзниках, чем Преслав. Потому что Преслав, Занзибар дает счастье. Мушкетеры только что заслужили повышение черепаха. Купили черепаху, вырастили ее. Морской порт в Манаусе. Серебразилец чисто через морскую инфраструктуру играет полностью. Мне нравятся порты. Что вы к ним постоянно пристаете? Ты, наверное, из Сочи. Нет. Я наоборот компенсирую свою далекость от моря. Ты, небось, даже рад, что ты за Бразилию играешь. Ты ощущаешься в белых штанах, на пляжах Копакабаны, да? Ну, и там вдали да, гудок от парохода. Вот интересно, какая сейчас в Бразилии погода? Сейчас у них май. Середина мая. Так, на производство. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Давайте в Дели. Правда собрался нападать на него, вот злодей. Пенсианский арсенал — это имба. Ладно бы, если бы он в одном городе удваивал флот, но он удваивает во всех городах флот. Да, это так. Блин. Но все равно я на пятом месте по армии, я понял, на первом. Ну, это, видимо, как в пятой циви, тут морской флот, может, меньше дает. Да нет, не особо-то меньше. Я вот подлодок так поднастроил слегка. У меня сразу... Иди, помогай мне. Ждем испанцев, что на меня нападет. Писала, что дойдет. Мы с тобой его хопаем. В дамке. Странно. А с Францией я заключил научное соглашение? Нет. О, с Бразилией что-то ничего не заключено. Блин, нужно больше золота.
Союз с Бразилией. Ну, надо заканчивать тут этот... против компьютера с Америкой воевать, все это захватить. Интересно, я этого ученого захватить могу? Don't judge someone. А что за повышение такое, Барт? Которые вару в Индии заслужили. Барт плюс 7 к боевой мощи при обороне от дальнобойных атак. Да не, японец, спасибо. День это, счастье есть. У меня и денег нет. У тебя 600 голды, куда тебе больше-то? Нужно больше золота. Ну, у тебя и так армия первая, слушай. Как-то это подозрительно. Ну, наверное, наземная. На него морем идут. Ну, есть такая штука. Ну, просто вот как бы тут плавает рядом со мной линкором этот фрегатик, что вообще не очень. Кто рядом с тобой линкорами плавает? Ну, блин, испанец кто? Тут еще может... Да, ну это же Сириус. Ясное дело, он тебя выносить собрался. Ну, понятное дело. Он рядом со мной линкорами плавает. Я со всеми линкорами плаваю. Он, походу, всех выносить собрался. Ну, он только обвинил только меня. Ну, тебя, значит, первым. Да зачем мне тебя выносить? Ну, я не знаю. Толку мне от твоего Кемерова, вот. Я тебе санкцию тут куплю просто. Построю лабораторию. Я делаю вывод, что меня просто так лучше вывести. Нифиг делать, да? Ну, в первая армия. Чё, я видел тебя за первую армию. А, ты уже не первый. Куда делал армию? О, давай я сейчас Лёшу обвиняю. Я не знаю, а что надо смотреть? Счёт игрока или военную мощь? Почему они отличаются? Что и что? Вообще-то надо Сириуса обвинять, так-то первая армия у него. Да-да-да. Бостон, Лос-Анджелес и Цинциннати остались. Вот этими, наверное, надо идти Бостон обстреливать. Что-то все, Цинциннати, Лос-Анджелес захватить. Да, неплохо, тут шедевров у бразильцев-то. А ты что это... шпионишь? Кстати, а что у нас? Да нет, я посмотрел просто дипломатии, видно же. Вот я честно, вот только вот первую театральную зону достраивал в Мадриде. У меня вообще ни одной театральной зоны. Мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия» в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS, ну а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Вообще так игра подлагивает вообще на 3D. Откровенно. Ходят слухи, Америка переходит от промышленной эры к новому времени. У американцев во всех городах почему-то сидят ученые. Ну, в смысле, великие ученые. Жалко, они не захватываются. Одной фигни с поселенцами, по-моему, хватает. Нет, вот захвата ученых мне сейчас не хватает. Ты уже слабовато обстреливаешь города, да? Потому что он в новую эру вышел. А когда там... Так, во что, во-первых, хапаются фрегаты? В линкоры. Где у нас линкоры? Технология
Сталеварение. Где эта технология? Ну, ГГшки открыл у тебя тут, я помню, ты переживаешь. Чё тут плаваю? Сминец. Самый большой армейш. А, вот сталеварение. Пятый будет. Ну, ладно. Так все вроде быстро открывается. Электростанцию строим. Везде производство поднимаем. Ничего, если я тебе дам табак, ты не будешь на меня нападать? Ну, если дашь табак, хотя бы подумай об этом. Анныч Михайлович. Ну, давай подумай. Так, что у нас тут с наукой? 152. 135, 102. Что-то я уже первый по науке вход. Так, что у нас тут закончилось? А, опять заключить договор американец предлагает. У него тут несчастье. Лол. Если я покупаю линкор, а не строю его, то венецианский арсенал не действует. Значит, покупай. Где этот венецианский арсенал? У него в Севиле? А, ну да, вот он в Севиле. Америка должна быть уничтожена, да? Фабрика, караван. Куда нам караван отправить? Классно то, что город со снегом считает, ну, клетка со снегом считается самой лучшей для пригорода. Ну, кстати, да. 3-2.
Ну вот, видите, он вышел в новую эру, и уже его стены... Ну, очень сложно город обстреливать, в общем. А мне надо все его города захватить. Будет такая ромашка с двумя фиолетовыми лепестками. Кто-то со мной торгует, кстати. Преслов и два бразильских. Кстати, есть такая классная штука. Нет, не Альгамбра. По-моему, дворец Потала. Университет. Там плюс к торговым путям. А, может, это в цивиках, наверное. Запретный город, кстати, тоже неплох. Вот. Нет, чеченица. Ну, чеченица тоже неплохо, если много тропических лесов. Блин, где же этот... А, вот, не зоопарк, блин. Короче. Блин, потало, что ли? Точно. Плюс одна ячейка дипломатического курса можно построить только на холмах рядом. Блин, не то. Великий Зимбабве? Точно. Плюс один торговый путь. Ваши торговые пути из этого города получают плюс два золота. Во. Банковское дело, рынок, центр коммерции и скот. Не везде его можно построить. Ты Дерузель Темпло Майор построил. Подводные лодочки, нормально. Бостон надо захватывать. Кстати, почему я вижу твою подводную лодку? Ты видишь, а их тут видно? Подводную лодку? Да, я вижу твою подводную лодку. Читы! Их тут в радиусе один видно, по-моему. Но он вообще как бы у меня в тумане стоит, я все равно не вижу. Ну тогда читы. Ну, по всей видимости. Странно распределяется все-таки довольство. У меня в некоторых городах плюс 3, а в некоторых минус 1. Ну что, я единственный из всех поставил, кстати, столицу на пшенице? Ну, я ставил там, где у меня изначально этот поселенец был. Да так все ставили, походу. Она, по-моему, изначально очень удобно стоит. Три клетки до горы, две до моря. Ну, я двинулся на пшеницу, поскольку меня не устраивал обстрел фрегатами. И фактически на море я ничего не терял с того, что я уйду к суше. В итоге все в третьем радиусе я зацепил все морские ресурсы, которые хотел. И ничего с этого не потерял. Ну, одну, не знаю, как у тебя, я если бы ушел, мне бы одна рыба не досталась. Ну, там одна рыба не досталась, но если сдвинуться, то один краб достанется уже. Ну, конечно, можно ну, было краб достанется у другого города. В
Фрегатами столица-то не обстреливается, зато линкорами обстреливается. Ну, линкорами, да. Вот линкором уже... Я мимо с рейсами. Попрошу заметить. Чего что, у тебя уже? А у меня, говорю, мина с жейросами. Это так этот мой называется. Каким жир? А, твой юнит? Блин. Да, он у меня есть. Легенды ходят, да, о том, что он есть. Никто его не видел. Не, у меня целая армада мина с жейросами. Да, ну объясни народу, почему у твоего народа уникальный юнит именно линкоры. Мощнее линкора. И насколько он мощнее? 5 очков перемещения, 70 в ближнем и 80 дальнее. А у линкора что? 75 силы. 60-70. О, так у него на 10 силы больше. Да. Да, а у линкора ребят... вот это такой перевод, что ли? Там силы ПВО написано. Ну, почему? Перехватывает, видимо, самолеты. Да, конечно, написано то, что и ЗРК перехватывает атомную бомбу. Недавно я играл. Все отличие в том, от того, что есть ЗРК на пути следования или нет, потому что анимация будет, как ЗРК стреляет по самолету. Все, и самолет там, ну, теряет, ну, 30 хп, и что? Все так же падает, все так же уничтожается. А если без самолета отправить? Ну, без самолета не пробовал. Я с авианосца пробовал запустить, и вот такая вот фигня. Армия 1400-1500 почти. Морские юниты строит Сириус. Да, он все строит. Гистадоров надо посмотреть. А ты мне табак дал, нет? Напомню. Не гадай. Армада линкоров куда-то испанская поплыла. Будешь уже войну объявлять, да? Кому? Кому объявлять войну? Мне, видимо. А что тут армады линкоров делают? Посмотреть, что у тебя за флот тут. Это не объявляет войну, ваш союз. Это что-то не мешает. Если там кнопочки нету, и там, по-моему, даже открывать он не сможет. Блин, как оно тяжело-то обстреливается. Ну, он там не объявил. Ай, блин. С подлодки можно обстреливать город. Так там можно грабить. Грабить побережье с подлодки. Просто город еще отлетает, как горячие пирожки. Блин, тут же Нема не дает пройти.
А ты наземными юнитами отбивай потом. Напоминаю, что я абсолютно бесплатно рекламирую в своих видео творческих людей. Сегодня несколько необычная реклама креатива. Мне написал Сандер Персидский из Эстонии и рассказал, что ведет блог о футбольном клубе Роттерхэм Юнайтед. Я думаю, мало кто из вас вообще в принципе слышал о таком клубе. Он сейчас на последнем месте во второй лиге, по-моему, английского чемпионата. То есть совершенно непопулярный футбольный клуб, и тем интересно вот это начинание, там уже около 1500 подписчиков, а Сандер внимательно следит за всеми новостями и рассказывает в своем блоге. Как он сам написал, я думаю, что среди вашей огромной аудитории наверняка найдутся люди, которым будет интересно хотя бы взглянуть на то, что я делаю. Ведь для огромной части людей название клуба ничего не говорит. Это действительно так. Адрес блога, собственно, в течение всего моего спича вы могли видеть на экране. А теперь вернемся к игре. Сплавы, посмотри, что там за флот у испанца. Кстати, Лос-Анджелес можно удалить, чтобы его испанец, например, не мог захватить. На этой стороне нафиг нужен, честно говоря. Эти клетки может и Сан-Франциско захватить. It's one thing to surmise what happened. Блин, чё ж тут не проплыть-то? Хрень какая. Так, ладно. Что там до открытия линкоров? Так, вообще, давайте сейчас это два хода. Поэтому вот этих ребят отправляем на захват Бостона и апну их в линкоров. Мне не очень нравится, что армады поплыли меня атаковать, а тут атакуют чисто какие-то одиночные юниты. Мне надо строить тоже. Так, у линкоров атака 60 и 70, а у подводных лодок 65-75. Надо подводные лодки строить. Там еще и француз рядышком. Тоже что-нибудь сделает штуку нехорошую.
Что у меня тут строится? Электростанция и мастерская. Так, что у нас тут? Флотоводец плюс 20% производства юнитов класса морской рейдер. Ну это хрень какая-то. Нафиг надо. Исследовал сталеварение. То есть, здравствуйте, линкоры. Human nature, as manifested in tribalism and nationalism, provides the momentum of the machinery. Так, давайте-ка. Плюс 100 производства морских юнитов возрождения и промышленной эры. Вот так. Если я вот так встану, можешь захватить? Ну вообще я к нему могу подплыть так. Сириус, можешь захватывать город? Нет. Ну я отойду, я не буду такой фигней заниматься. Да и так что-то не могу. А, у меня рыцарь был связан с линкором. Линкор выстрелил. То есть потерял все очки перемещения, рыцарь тоже потерял все. Понятно. Прекрасно. Ну, видимо, сами рыцари из этого линкора и стреляли. Объедками кидались. Чему объедками? Ну а чем они могли стрелять из линкора? Копьями своими там мечами. Какими чем копьями? Рыцари. Так, пошли дальше в мобилизацию. В линкоры. Говорил я вам, Сириуса надо с самого начала гнобить. Вы не верили. Он сейчас со мной разберется. А потом до француза, наверное, дойдет. А зачем мне француз? Ну и откуда? А зачем тебе я? Тоже говорил, что незачем. Ну, Люша захватил Америку. Мне тоже надо кого-то захватить. Чтобы по количеству городов не отставать. Ну, Лёша, города до сих пор оккупированы, и у них роста нет. Или это не так? Так. Ну, он же войну еще ведет. Как войну закончит, оккупация кончится. А что ты американцев с другой стороны не захватил? Ну, у меня с ним, во-первых, союз был. Это что у тебя с американцем союз был? Я всю игру, например, с ним, типа, во вражде. Ну, не знаю, как-то вот то, что мы его остановили по науке, ну, в принципе, ну, ушел лучше, да, но не настолько, что прям. Тем более, с моей стороны, города не такие вкусные. Лос-Анджелес вообще ни о чем. Да, я Лос-Анджелес это уничтожу. The best steel. О, закончился научный договор. Сколько стоит 115?
Ни хрена себе, конкистадоры рапаются в пехотинцев? Ну, а в кого они должны потом рапаться? Ну, не знаю, кавалерии. А! Ассоциация в пятой цивиле, то, что конкистадоры — это у нас конный юнит. Это мушкетеры какие-то. Это конкистадором захватил или просто рыцарем? Ну, рыцарем слады. Он был конкистадором. А-а-а. Он бы сразу в твою веру такой, типа, опа. Mm-hmm. Достреливаю до Бостона. А вот и плюс к дальности я мог бы достреливать, кстати. Надо вернуться будет следующим ходом. Ну, переключу в 2D. Как-то тут притормаживает иногда. Давайте просто порт построим. Блин, как мне американец... Блин, мне американец каждые три хода предлагает мир. Достал уже. Не понимаю. Что, у него еще какой-то город? Еще Бостон. Так а как ее назад-то вернуть? Я... Нельзя, что ли? Кого? Кого? Ну вот сделку. Какую? Он просто вышел смотреть, и она типа сразу отменяется. Ну, Кемерово стоит симметричным образом, как мобиль Бао. А у тебя сколько было Кемерово до захвата? Чего? До захвата Кемерово. У тебя сколько жителей было? Ну да, 10 что ли, или 9. У меня 16. А почему у тебя клеток так мало обработано? Пойма без фирмы. Мне... Привряд, это вообще же классно. А качину. Чтоб тебе было больше обрабатывать. А, съел. Да, ну, железный аргумент. О, у тебя японская столица вообще прямо конкретно на море стоит. Ну, я что-то поставил так. Неудачно, наверное. Так. О. Да, линкоры не сильно бьют.
Блин, я выжил. Что ты будешь делать. Так, что у нас по науке? Бразилия 198. А, бразилец развивается уже 200 науки. Все путем. Бразилец, что главное, со 175. В Бразилии главное тропики не вырубать, и нормально все будет. Ну, тут немного тропиков. Если у нас тут все одинаково. У меня 3 тропических клетки. Одну я срубил, так что не надо тут про тропики. Тропики на этой карте вообще не работают. Я не знаю, я считаю, зря американец ушел. Мне кажется, он бы лучше сопротивлялся, чем компьютер. Японец, а у тебя что за армия была? Морская или наземная? Там наземная. Ну, у меня было там морских пару этих самых каравелл. Да даже если бы их было у меня не 2, а 8. Каковы лошади, кавалерия Японии заслужила. However beautiful the strategy. Как бы приплыли линкоры. Одну вселитровую шахту надо построить. Да ладно, 2 хода. Так, промышленная зона, все отстроилась. Давайте морской порт. Или конюшни. Не, морской порт. Или подойти. Давай следующим ходом уже. Захватить можно будет. Подводная лодка. А кто, кстати, союзник Буэнос-Айреса? Японец? Там классные бонусы у Буэнос-Айреса. Тут дело не в бонусах, я бы армию у него с удовольствием снял, но на это нужно платить 4000. Тысячу. Я могу тебе 300 дать. Да, уже поздно. Я этим ходом сейчас столицу потеряю. Ну, отобьешь? Нет, ну, в смысле, как это самое. Мне здесь не к кем ее отбить. Ну так, Буэнос-Айресом. Ну 300 все равно не хватит. Начнем с этого. Мушкетер Японии заслужил воинственный клич. Не, этим ходом точно не хватится.
А вот следующим. Ух ты, ученый. 200 науки за каждую клетку с тропическим лесом. Ну, окей. Вот у меня тропические леса. Еще кого-то могу нанять. Флотоводца. Озарение для одной случайной технологии. Ну, все. Этого возьмем. Так. Мне надо пару линкоров первого уровня построить, чтобы объединиться с этими прокачанными в армию. Буду тут стоять. Контролировать. Ну, пошло уже довольство. Так. Можно с кем-нибудь и поторговать. Тут ничего нету. А, это, наверное, из-за, кстати, войны. Это нет. Чисто от жителей? Хм. Торговать нечем, собственно. А, может, потому что улучшения тут грабят мне. Блин, как меня американец достал своим миром постоянно. Так, давайте проверим, что у нас по городам. 15-6 чисто производство, правильно. 0, 12-16 производство, верно. На производство. У нас тут по науке все в новом времени. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите, скорее всего, завтра. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям.
Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.